So, hello Angela. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? I'm fine too. Thank you for your question. And please remind, напомни, what are we reading about? Ну, мы читали про девочку, которая очень-очень боится своей комнаты, потому что у нее там под кроватью уже живет монстр. Замечательная история. Каждый хотел бы, чтобы у него под кроватью жил монстр. А ты хотела бы? Нет. Ну, это правильно тоже. Почему? Ну, потому что монстры не все добрые. Окей, that's a nice answer. Let's begin. And I can't do my homework in my bedroom in the evening. good. Translate, please translate. You are my assistant, so please translate for boys and girls. Я не могу делать мое домашнее задание в моей спальне Good. вечером. Good. Please read. The monster Might. write or draw on pages in my school books. Good. Объяснение, почему она не может делать за задание. Потому что монстр может писать или рисовать на всех страницах ее школьных книжек. Веселая история. And please read. I'm doing all my homework downstairs on the kitchen table this week. Good. Что же выход? Какой же она находит выход из ситуации? Делает ее домашнее задание, ну, на кухне. Good. Downstairs. А дома в Англии, как правило, двухэтажные. Не очень много людей живет в таких block of flats, as we live. Because they live small, comfortable houses. Они больше маленькие, любят двухэтажные домики. И когда они идут на второй этаж, they go where? They go where? They go upstairs. They go after. Они идут куда? And upstairs, bedrooms. Upstairs bedrooms. Там, как правило, bedrooms, but sitting room, big room, or living room, downstairs, большая, внизу, and kitchen Kitchen. is upstairs or downstairs? Наверное, downstairs. It's downstairs. Okay, of course, bathroom upstairs. Repeat, there's a bathroom upstairs. There's a bathroom And upstairs. there's a bathroom downstairs. And there's a bathroom downstairs. И там можно душ принять, и внизу, и вверху, и гараж. Garage. There's a garage downstairs. There's a garage Да, downstairs. и внизу гаражик пристроенный, можно прямо из дома, не выходя на улицу, перейти в гаражик. Очень удобно, но мы тоже очень комфортабельно живем. Repeat, block of flats. Block of flats. Translate block of flats. Многоэтажка. Good. Have you got a pencil or a pen? I have a pencil. Good, very nice. Block of flats. Многоэтажка. Okay, so she goes downstairs, она внизу. И что дальше? When? Вначале mom says that's okay. Good. Translate. Мама говорит окей. Окей, что все нормально. Спускайся вниз, делай на уроки. Почему же мама защищает? Окей. Next. When? When I go to bed Bed. at night, I open the door to my bedroom and say very loudly, "This is my room.
But I know you're in here. Good translate. Когда я, ну, ложусь на кровать Good. Ночью, я открываю дверь Good. В комнату и говорю очень тихо. Loudly, громко. А, громко. Good. Это моя комната. Я знаю, что ты здесь. А дальше? You can't scare me. Scare me. Ты не пугаешь. Ты не напугаешь меня. Ну, для ребят и для тебя я пишу слова, которые вы должны учить самостоятельно. Scare. Please write down. Пиши. When you're ready, ready, you say. I'm ready. Я напоминаю ребятам, значит, в нашей школе принято следующее правило. Мы слова вам пишем, и это обязательно ваше домашнее задание. Вы не приходите к нам для того, чтобы учить слова, но без слов вы совершенно не можете изучать английский язык. Он будет у вас такой бедный, такой куцый, такой некрасивый, что и слушать его никто не захочет. Даже если вы выучите все грамматические времена, а их много-много-много в английском. В русском их только три. Какие времена? Настоящее, будущее и прошлое. Прошедшее. Окей. Okay. Здесь очень... Scare, repeat. Scare. И мы закрепляем это слово. Ты меня не напугаешь. Мы будем смелыми. You. You. Will not scare me. Scare me. И ставим восклицательный знак. И мы будем обязательно заниматься с грамматикой. Не волнуйтесь, без грамматики вы не останетесь. Это будущее время. Итак, будущее время. Действие произойдет в будущем. И используется вспомогательный глагол will. Repeat. Will. Will. Good. И очень легко сделать из предложения вопрос, но это чуть позже. А сейчас я хочу сказать вам следующее. Will not. Это абсолютно то же самое, что и won't. Please repeat. Will not. Will not, won't. Will not, won't. Или will not equals not. Equals won't. Equals won't. Equals. Это что означает equals? Это equals. Equals. Это равно. Will not равно won't. Но в разговоре не полную форму применяют, а как правильно сокращенную. Да, люди спешат всегда. И здесь же с вами мы поговорим еще по сокращенным формам. Is not equals... Equals... Окей. Isn't. Isn't. Good. Are not. Equals... Aren't. Aren't, только чуть поглубже. Aren't. Aren't. Good. Do not. Do not. Equals. Equals. Don't. Don't. Does not. Does not. Equals. Don't. Doesn't. Good. Doesn't. И еще будет сложно, но и мы с этим справимся. Будет did not. Didn't. Thank you. Я же говорил, что кто хочет, тот преодолеет любые препятствия. Так и в теннисе. Но про теннис чуть позже. Окей. Ну а пока я прошу полные формы и сокращенные. Please, my assistant Angela, read for boys and girls. Please read. Will not equals won't.
is not equals isn't. Are not equals aren't. Do not equals don't. Does not equals doesn't. Did not equals didn't. Good. На письме используется full form or short form when you write? Which form do you use when you write a letter? Full form? No, full form. Когда ты пишешь письмо, проявляя уважение. Ну, я имею в виду не то письмо, которое ты пишешь подружке на смс-ке. Там что хочешь пиши. Как правило, там все пишут шиворот на выворот, не соблюдая никакой грамматики. Но когда ты будешь на работе, и ты будешь писать на фирме другие письма, применяй какую? Full form or short form? Full form. Full form. А когда в разговоре, когда ты по мобильнику общаешься, применяй какую форму? Short. Short. Всем нам некогда. Особенно утром. Окей. Не так она громко-громко кричит на всю комнату, что он ее не напугает. And please continue reading. The monster listens, I think. Вперед. I think. Good. Я думаю, монстр меня что? Слушает. Good. It doesn't come out. Вот почему она думает, что он слышит ее. Почему? Потому что он не выходит из-под кровати. Не, doesn't. Окей. Okay. And? And I never see it. Good. Я никогда его не вижу. Крикнет, он не выходит, она не видит. But? But the monster does scare me. Но здесь ставится does для усиления, что он по-настоящему меня пугает. And? I know the it's there. Я же знаю. It's there. Что он? Что он? Там. Там. А для усиления, ну, моя любимая фраза, please read. Good. Ну, редко, но бывает. I do love tennis. Это то же самое, но очень усиленное, можно сказать, я по-настоящему, я очень-очень-очень-очень люблю теннис. Окей, и поэтому там она употребила does. Можно про монстра было сказать. Please read. Scares me. Ну, она употребляет it does. Please read. It does scare me. Good. Обычно do или does мы употребляем только в вопросах. Только в вопросах. И опять грамматика прошла. Does для каких? Does. Для she it. She it. А do для каких? Для всех остальных. А именно? You, they. You, только we. We, we. You, we, they. Не скатывайся. И I. Прошу тебя. И ребята, очень прошу, будьте внимательны с pronunciation. Please repeat. Does he, she, it? Do you, they, I? You, we в трубу. You, we, they. Вперед язык. I. You, we, they, I. Good. И дочитываем. I run and jump in my bed very quickly.
and close my eyes and count to 100. A hundred. Hundred. Oh, to 100. 100. Okay. И как же она ведет себя, девочка? Ну, она бежит и прыгает в кровать. Very quickly. Очень быстро закрывает свои глаза и считает до 100. Чтобы быстрее заснуть. Окей. Okay. Please wait. Wait. Ага. Grandma told me to do that. Good. Бабушка говорит мне делать это. Good. Такое есть правило. Если не спится, считайте до 100. Good. Counting help you to go to sleep. She says. Repeat. She says. She says. Good. Translate. Считать. Ну, счет так лучше перевести. Счет поможет тебе заснуть. Good. Так говорит она. Good. When you are counting to 100, you don't think about monsters. Good. Когда ты считаешь до 100, good. Ты не думаешь про монстра. Wonderful. Don't forget about these rules. Не забудьте, пожалуйста, про эти правила. Ну, хорошо. Еще мы сделаем чуть-чуть грамматики сейчас. Но это будет во второй части записи. Goodbye. Thank you. Goodbye.